Марджоба, дорогие мои! Сегодня мы на Садовой 13, Хинкальная на Неве. Именно здесь я попробую самые вкусные хинкали в городе. Перед тем, как вынесут хинкальки, пойду помою ручки. Основная фишка супа харчо – это острота, то есть острота должна быть в меру. Также здесь, если посмотреть, да, здесь очень хорошие куски мяса, говядины нормальные, то есть не прям не вот эти лоскутки, которые обычно кладут где-то в суп. Ну и рис, который находится в супе, альденте, а я люблю альденте. И попробовать чебуреки. Давайте. Главная фишка этого чебурека, как мне кажется, он не зажарен сильно. То есть, да, у него приятная золотистая корочка, хорошее количество сыра. Вот, пожалуйста, руками раздираю. В общем, шик, рекомендую. Хорошо, красное сухое вино, это дом Амулети. Довольно-таки, на самом деле, интересное вино. По вкусу будет дубовая бочка, чернослив, черная смородина, немножко специй. Ни в коем случае, да, не едим приборами, только руками. Основная фишечка – это, естественно, тесто. Тесто потрясающее настолько, что это хочется есть и есть. Мясо в меру перченое, его здесь нужное количество, то есть его немного, его немало. Прям то, что нужно. Господа, попробуем хачапури. Это хачапури по-мигрельски. Из всех хачапури самый сырный. Мы сегодня отсюда не уйдем. Боже мой, это даже никто такой, таким количеством сыра не может похвастаться. Это у нас авторский шеф-десерт. Если полусфера провалится, то ваше желание исполнится. Во рту вкус такого свежего, я даже не знаю чего, но как это назвать, это даже не бисквит, это свежий какой-то крутой торт. Хинкальная на Неве однозначно рекомендую. Эмбриэл от Мир тут. Всем пока!